Приветствую вас, Алена. Давайте разберем ваш вопрос. Слишком все близко принимаю к сердцу. Как найти смысл жизни? Как преодолеть сложные этапы в жизни? Ну, если вам будут отвечать максимально формально, да? Прям вот максимально формально, если вам отвечать, то говоря о том, что вы близко все воспринимаете к сердцу, это работа с чувствами вашими, в первую очередь, то есть это именно вот работа с вашими эмоциями. Если мы говорим про смысл жизни, то это экзистенциальная психотерапия. А если мы говорим про преодоление сложных этапов, то это когнитивно-поведенческая терапия. Да, для выявления конструктивных стратегий поведения в ситуации, в ситуациях, которые вам кажутся сложными. То есть для каждого вопроса, в принципе, свой подход к психотерапии, свое направление и своя работа. Ну, по большому счету. Вот. Но, как мне кажется, здесь есть общее. Вот у того, что вы описываете, есть общее. То, что вы все принимаете близко к сердцу, то, что не видите смысла жизни, и то, что вам сложно преодолевать этапы тяжелые в своей жизни. И общее, как мне кажется, это глобальная оторванность от себя. Это может быть чрезмерный ориентир на других людей. Это может быть, могут быть страхи какие-то. Это может быть тревожность, может быть требования к себе завышенные. То есть, так или иначе, что мешает вам быть собой? Если еще вы пытаетесь ожидания других людей реализовать, ну, вообще беда. Вот. Поэтому я бы обратил внимание на то ваше состояние, в котором вы пребываете сейчас. Вот прямо сейчас, когда слушаете мой ответ. Я бы обратил внимание на то состояние, которое вы видите в себе, когда писали вопрос свой. Тоже знаете ли, немаловажный аспект, как мне кажется. И уже где-то вот на этом уровне, уже где-то вот на этом этапе, да, можно будет говорить ну, про то, чтобы вам помочь. Вот. А сейчас
Наверное, все же больше нет, чем да. То есть, ну, как бы сейчас довольно мало информации выдала о себе. Но в целом, именно в целом, вполне можно вам помочь. Вполне можно помочь вам разобраться вот вам тех аспектах, которые вас беспокоят. Потому что, ну, если вам тяжело, если вам трудно, если вам как-то вот болезненно, ну, ощущается то, что с вами происходит, да, к примеру, опять же, то нужна помощь, вот, по-другому никак, а самостоятельно вы разберетесь с этим вряд ли, потому что находитесь вот в, так скажем, ловушке находитесь вы своих собственных мыслей, своих собственных чувств, своих собственных фантазий, иллюзий, установок и концепций. Вот. То есть, почему вы, например, хотите найти смысл жизни? Ну, то есть зачем вам это? Зачем вам это? А что будет, когда вы его найдете? Да, как бы. То есть я бы больше спросил бы вас о том, что вам интересно сейчас, ну вот вообще, что вам интересно, что вам что вам нравится, вот. Я бы на это обратил ваше внимание. И дальше уже можно было бы о чем-то говорить. Вот. А пока что это достаточно неопределенно. Как мне кажется. Вот. Но, естественно, решать только вам. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Надеюсь, что он был интересен вам. Вот.
Буду благодарен за обратную связь по моему ответу и на всякий случай скажу следующее. По поводу вот, ну, конкретно ваших вопросов, да, вот то, что вы вот спрашиваете, вот слишком близко принимаю к сердцу, да, вас это задевает. Вот то, что вы близко к сердцу, понимаете, вас это задевает. Соответственно, здесь речь о чем? Про что речь здесь? Здесь речь про то, что вы сдерживаете в себе какие-то чувства. Ну, просто сдерживаете в себе какие-то эмоции. Смысл жизни – это ваша природа, то есть то, чего вы делать не можете. Сложные этапы в жизни позволяют себе многогранно реагировать на них. Удачи! Всего самого доброго!